Кога Вакана, поздравляю тебя с очередной медалью чемпионата мира. Как ты себя чувствуешь, закрепив свой статус одной из сильнейших дзюдоистов? Я стремилась выиграть золотую медаль. Но у меня не получилось. И я была расстроена. Но сейчас я очень рада. После того, как ты проиграла поединок, предшествующий поединку за бронзу, как ты нашла в себе мотивацию, чтобы бороться за бронзовую медаль? Потому что это нелегко. Бороться за бронзу, и нужно найти 100% мотивации. Я не смогла пройти финал. Но я все же смогла собраться и выиграть бронзовую медаль. Что ты будешь делать в период до следующего чемпионата мира, чтобы быть уверенной, что получишь золотую медаль? На этом чемпионате я проиграла той же сопернице, что и на Мастерс. Но в следующий раз, я уверена, я смогу выиграть, потому что буду еще тщательнее изучать своих соперниц. Я знаю, что ты приехала за золотом. Но бронзовая медаль чемпионата мира – это очень хорошо. И как ты будешь праздновать это событие? Мне очень грустно. Но я смогла все же добиться медали. И это, по крайней мере, то, что меня успокаивает. Спасибо большое.